Так, ну чё, у нас игра грузится так долго, что может выглядеть будто так, как будто она зависла. И почему-то мне кажется, что она таки в натуре зависла, потому что даже так долго мне Subnautica не грузилась, по-моему, никогда. Ага, слава яйцам. Хорошо. Стоит мне подумать, что Subnautica зависла, она тут же отгружается. Полезное явление. Так, что у нас в итоге есть? У нас в итоге есть сканер на 5. Так. Ага, у нас есть еда, у нас есть вода. Это хорошо. При этом надо бы поесть, попить. Ням-ням-ням. Найс. Так, изучить блюпринты. Так, и изучить подзарядку. Не только энергоячейка, которая вот здесь у меня есть. Для нее, кстати, весьма прилично нужно тоже ресурсов. И серебро туда включается. Поэтому серебро я должен добывать. Плюс к этому ко всему, мне надо организовать себе строителей, построить мотылька, то бишь литью. Блин, хотя если на литье так же быстро теперь энергоячейки разряжаются, то это совсем не камильфо. Ладно. Так, что у нас нужно для... Так, титановый слиток, смазка, энергоячейка. Смазка есть, титановый слиток есть. Энергоячейки — это две батарейки. Интересно, кстати говоря, а из вот этой батарейки можно скрафтить энергоячейку из разряженной или нет? Здорово, Альбатрос. Еще разок. Привет, Александр. По ходу ограничения на копание сняли. Я вчера от безопасного биома прям в медузную пещеру прокопался спокойно. Альбатрос, это может быть... то есть зависит от того, в каком месте ты именно прокапывался. Потому что в одном месте безопасный биом выходит в Jellyfish Caves. Он просто туда выходит. Просто если ты копался из середины, то есть ты видел, я копался из зеленого биома. Я копался вот отсюда, вот, насколько я помню. Либо, не-не-не, вот отсюда. Вот, в прошлом сезоне, да? Если ты прокапывался где-то, сейчас скажу, с той стороны, да, то там непосредственно прямой вход в Jellyfish Caves есть. Поэтому, может быть, ты просто около него прокопал и, мол, игра посчитала, что все ок, на самом-то деле. Так, мне нужна медька. Медька, медька, медька. Иди сюда. Так, мне нужно два гриба, которых у меня нет. Ладно. Сейчас грибасов в полные штаны наберем. Скрафчу одну батарейку и посмотрим, можно ли из использованных батарей крафтить себе энергоячейки. Если да, то это весьма хороший крафт. Если нет, то это, блин, обломательно. Мям. Да прям от базы копался. База у меня в том же месте, что у тебя, да? Ну, может быть, тогда сняли. Если прям от базы ты прокопаться умудрился, тогда вполне может быть. Это забавно. Ты видишь, у меня еще тепловой след указывается. Причем совсем не там, где он должен быть. Этот тепловой след указывается под Jellyfish Caves, если уж на то пошло. Блин, стукачи, а. Жесть. Фыр. Не люблю, когда соседи стучат, но с этим ничего не поделаешь. Как бы имеют право, к сожалению. И тут никакая звукоизоляция не помогает. Никак... О, Дост тут. Здорово, Дост. Привет, Вакууму. Так, ну-ка. Одна батарейка у меня есть. Вторую батарейку я отсюда взял. А, силиконовая резина еще нужна. Точно. Так, сейчас мы еще будем силикон себе делать. Слава богу, грузди вот эти с самого начала посаженные позволяют, ну, достаточно не кисло облегчить себе поиски семян этих, чтобы не плавать каждый раз в зеленые биомы, не тратить время просто так. Берешь, сажаешь, получаешь удовольствие. Так, нет. Силиконовая резина. Силиконка! И, собственно... Ну-ка. Да! Из разряженных батарей можно крафтить энергоячейку. Вопрос, насколько она будет заряжена только. Она заряжена 100%. То есть, вы можете сначала батареи использовать в стазис винтовке, в фонарике, в гравипушке и так далее и тому подобное, в глайдере. Разряженные батареи просто копить, если заряжалки у вас нету. И просто потом использовать разряженные батареи в крафте энергоячейк. Энергоячейки будут полностью заряжены. Это забавно. Здорово, аудиологист. Это даже где-то халява, я бы сказал. На самом деле халява. Классно. Так, энергоячейка есть. Теперь титановый слиток. Отёп, отёп. Так, с больше титана. Больше, больше титана. И слиток. Так, слиток есть. Осталось только смазка. И смазки, по-моему, у меня нет просто так, да?
Да. Ради смазки мы еще раз выйдем отсюда, еще раз добудем семена. И, собственно, еще разок можно будет покрафтить чего-нибудь. Можно даже силиконовых резин побольше крафтить. Потому что, насколько я могу помнить, для мотылька нужна будет смазка еще. И силиконовая резина, то бишь энергоячейки нужны будут. Короче, нужна и смазка, и энергоячейки, для которых нужен силикон. Такая себе халява. Не, ну альбатрос, ну все равно. Все равно. Ну то, что они разряжаются в два раза быстрее, это, конечно, да, это прям вот не очень. Так, переносной сборщик транспорта есть. Отлично. Так, сейчас освежую себе память. Ладно, освежу. А, собственно, мне надо посмотреть и вспомнить, что надо для крафта мотылька. По-моему, там 4 слитка надо, правильно ведь? Так, повернись. Повернись. Так, нормально? Ну, более-менее. Так, оп. И мне надо... А, нет, один слиток, энергоячейка, 2 стекла и смазка. Титановый слиток, энергоячейка, 2 стекла и смазка. Титановый слиток, энергоячейка, 2 стекла и смазка. Титановый слиток, энергоячейка, 2 стекла и смазка. Так, титановый слиток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Энергоячейка... Раз, два, раз, два. Раз, два. Ля-ля-ля-ля, смазка и 2 стекла. Да. Раз, два, раз, два. Отлично. Я прям сейчас мотылька смогу сделать. Это прикольно. Не зря я просто так вот ресурсы в округе у себя добывал, складывал их, а потом вот так вот раз, и можно сразу мотылька строить. Лепота, лепота. Так, с две батареечки еще сверху. Вторая. И энергоячейка. Найс. Все, по идее, 2 стекла. По идее, да, по идее, прямо сейчас я мотылька даже где-то сделаю. Правда, назвать я литью пока что никак не смогу. Я опять же забыл, где личная комната мотылька находится. По-моему, где-то в районе второго острова. На который мне придется сейчас поплыть, потому что там есть литий и там есть алмазы, которые мне нужны. Но поплывем мы туда на мотыльке. То бишь, на литье. Лить. Жх, найс. Ну, собственно, мы теперь при транспортном средстве. И это очень-очень хорошо. Да, кстати, пока я имею у себя транспортное средство, мне надо, пожалуй, сделать сварочный аппарат. Потому что, ну, мало ли я около второго острова на кого нарвусь. Я, кстати, ласты себе в итоге сделал. Сделал, нормально. Так, сварочный аппарат. Магний, пыльца камикадзе и титан. Не зря я 3 соли добывал. Это магний, пыльца камикадзе и один титанчик. Шлеп. Так, магний. Забавно, кстати, выглядит. И, собственно, сварочный аппарат. Стыковочная шахта в грибном лесу. Ага, понял, Альба, спасибо. Всем привет, я опять заново начал. Здорово, да. Вышло снова большое обновление, и это обновление снова было с предупреждением, мол, мужик, не начнешь все сначала, будет очень плохо, все разрушим, все сломаем тебе нахрен. И ты как бы такой, ну ладно, начну сначала. Вот. Я более подробно в первой серии уже рассказал, что да как, почему такое предупреждение и чем оно является, да? Чем оно грозит тебе, ну вот такое. Так, в грибной лес. На самом деле, я очень не хочу в грибной лес сейчас, потому что я, блин, морально понимаю, что в грибном лесу меня ждет попа-боль. В виде... этой. Шняги крабной. Поэтому я что-то как-то совсем не хочу в грибной лес. Я вот сейчас действительно поплыву ко второму острову, плюс на выходе от второго острова, то есть когда я назад уже поплыву, с полными штанами алмазов, золота и так далее, и лития. Мне надо будет немножко остановиться в биоме плавающих островах, то есть в подводных островах плавающих, да, и попробовать прям сразу изучить себе стазис-винтовку. Это можно, конечно, сделать до, но, блин, по-моему, лучше все-таки после. Так, вот они, горы, вижу их уже. Ночью пока что я буду бегать. Почему мне каждый раз получается, что на второй остров я попадаю ночью? Я даже не знаю. Серьезно. Это костяные акулы. Это, слава богу, это не Левиафан орёт. И одна за мной даже погналась. Эта шняга
корабль выползал из блотки Алб-2. То есть была граница биома. Так я понимаю, фишка в том, что эта граница очень близко расположена от того места, где я привык в грибном биоме быть, понимаешь? Она расположена примерно на, я не знаю, метров 30 правее, чем огромный гриб, возле которого я в основном все и фармлю. Вот, поэтому, ну, я понимаю, что она выползает. Да, это как песчаная акула, которая выползает в безопасное как бы кварцевое плато из красного биома. Но, тем не менее, факт остается фактом, она может там оказаться. И фишка в том, что эта тварь очень некисло бьет и мотылек, и тебя. Я хоть лично, ну, то есть, лицом от нее никогда не получал, но вот судя по тому, как она чертовски сильно бьет мотылек, что-то мне не хочется лицом от нее получать, честно говоря. Так, где тут этот фрагмент был? Энергопередатчик. Ну, окей. Ни горячо, ни холодно, просто банально пофигу. Так, я на острове, здесь есть крабики. Да хорош фонарь. Ты издеваешься, блин? Вот, спасибо. Сейчас мы немножко крабика изучим. Хэдкраб, уху. Эть. Не, уворачиваться от них на самом деле весьма несложно. То есть надо быть чуть более аккуратным, чтобы не забежать самому. Ай. Ай. Не забежать самому в его прыжок. И, ну или в него самого. Но так как они наносят урон всего лишь по 5, то даже если забежите, у вас там будет десяток попыток, которые, ну, типа, ну окей, ну окей, ну окей, ну больно, ну ай, ну окей. И так далее. То есть терпимо, весьма терпимо. Я пока что полные штаны лития себе наберу. Такс. Литий мне пригодится для пластиловых слитков, раз. О, трансформер, прикольно. Для пластиловых слитков раз, для укрепления корпуса непосредственно базы два, и, собственно, для просто так три. Потому что литий нужно там, ну, пластиловые слитки, опять же, те же самые, вот, в крафте, поэтому лучше, чтобы литий у вас постоянно был. И плюс к этому здесь вот базальчик есть. Надо менять привычки, ну, сорян. И да, газовые торпеды такие убивают, если тварь не успеет выплыть из облака газа. Я понял, ну, я говорю, они впервые добавили реально летальное оружие. Я так понимаю, что его не так уж легко скрафтить, да, Альба, но, тем не менее, оружие-то летальное. Вот, что меня не может не радовать. Осталось только пробовать им убивать разное. Блин, птичка, блин. Хотел на птичке покататься, не получилось. Так, ладно, литий, давайте еще парочку соберем и все. Литий у меня половина инвентаря уже. То есть вот столько лития, по идее, вам хватит до конца, блин, ваших дней. Ну или до конца сервера, когда снова выйдет большой патч, и вас попросят, ну, начать заново. Вот, поэтому, в принципе, с литием мы закончили. Теперь надо набрать золото. А золото, как бы я ни считал его мусорным материалом, после того, как оно тем более стало добываться в бесконечное количество в Гранд-Рифе, просто потому что оно выпадает из следов тех, кто в Гранд-Рифе теперь ходит, да, вот эти здоровые твари. Вот, тем не менее, сейчас, поначалу, золото это, блин, весьма важный материал. Поэтому добывать его стоит все-таки. Вам расширенный комплект проводов надо делать, и делать его надо не раз. А для него нужно зоита, причем зоита надо много. Плюс, если я хочу термопередатчик поставить от этой тепловой станции какой-нибудь, да? Ну, во-первых, тепловую станцию надо еще изучить. А во-вторых, если я хочу от нее передатчик поставить, то надо будет кучу золота на эти передатчики еще сверху. Так, здесь где-то будет Левиафан, поэтому я лучше пешком пойду по добру, по здорову домой. Не хочу я сейчас, чтобы меня Левиафан жрал. Я пока себе нужен целым и невредимым желательно. Так, еще больше лития. О, птычки, птычки, да. Ты неси меня, река! Птица, походу, текстура улетела. Ну да ладно. Зарду, привет всем. Здарова, реверсор! Так, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Мям. Зараза, улетела. Эх, не покатаюсь я сегодня на птичках, видимо. Обидно. Кататься на птичках, это круто. Это очень-очень круто. О, базальт, еще. Тем более, что мне выпал всего, блин, один алмаз. Это хватит на один закаленный клинок, как только я найду верстак. Вот, но хотелось бы побольше, как бы, да. Птиц. Оп. Мя. Блин, не остановился раньше времени. Так, тихо, тихо. Воп. Ну. Они что, ног липными стали? Серьезно? Мне казалось, я прям на нее должен попасть, но я через нее тупо перепрыгнул. Так, птица. Мя. Стой!
Зараза. Не ноклипный. Вот в это я уперся. Так. Значит, надо попасть в какое-то очень определенное место, блин, по центру нее, чтобы умудриться на ней полетать. О, второй алмаз. Найс. Алмазик мне один нужен для закаленного клинка, как только я найду верстак, а второй нужен для лазерного резака, чтобы прорезаться всюду и изучать историю, как альбатрос. Мне уже сказал, что там лор добавили теперь в этот, в прорубные места. Точнее, в прорезные, если уж на то пошло. Здорово, кот. Какие планы на сегодня? Что там грозился 2 часами майна? Не, кот, во вторник все-таки. Вот. А планы на сегодня ганшен? А вообще все в группе, ты же знаешь. А так сегодня ганшен, возможно, солька еще сверху. My door is that amazing. Спасибо за фоллоу. Так, пока я все эти дела делал, у нас внезапно наступил день, поэтому я могу, в принципе... Так, мне уран, уран нужен? Я думаю, что пока мне уран нафиг на самом деле не нужен. Ураном я буду заниматься позже. Пока что мне надо попробовать собрать те блюмпринты, которые я здесь увижу. Это что такое? Ага, это двигло циклопа. Ну, мол, пускай будет. Двигатель циклопа мне в любом случае надо изучать. Пускай оно у меня будет. Так, мне надо на ту сторону и, собственно, вот, изучать какие-то фрагменты чего-то. Я не помню, чего здесь фрагменты, помимо энергопередатчика и терраформера, блин. Которые на самом деле нафиг не сплющились. Надо бы что-нибудь более приземленное, что ли. Более нужное. Че затмение, господи. Я думаю, что становится все темнее и темнее. То ли у меня в глазах меркнет, то ли мне страшнее становится. Что-то как-то прям... Здорово, Базаргот. У кого есть какие способы от похмелья, пить хорошую водку. Отличный способ от похмелья. Сколько пил, ни разу похмелья не было у меня. Так. Значит, что у нас здесь получается? У нас здесь получается возможное наличие левиафана в текстурах. Об этом всегда надо помнить, ребят. Так, с наличие каких-нибудь блюпринтов. Вынужден констатировать факт. Наличие никаких блюпринтов не видно. Ага, один есть. Интересно, что это... Ага, его пиявка охраняет. Ну, блин. Что это такое? Модификационная станция мотылька. Отлично! Вот это уже личная комнатка мотылька, и я слышал левиафана на самом деле. Я знаю, что это был он, а не костяная акула. Уж этот сраный крик я ни с чем не спутаю. Да, вон он плавает, сволочь. Как же меня раздражает эта херня. Особенно, ну вот, реально, ребят. Хоть я, может быть, всех уже этим задолбал, но тем не менее, эта тварь может вылезти из-под текстур в тебя. А учитывая, что сейчас модификационной станции мотылька у меня нифига улети нет, у меня нет защиты от него. То есть так бы ты энергии своей такой бз, и левиафан от тебя отстает. А так мне бзыкать-то нечем. Такие... Да-да-да. Такие злые прям вообще. Их, кстати, я в прошлый раз их карусилил весьма некисло, да? Только мне практика снова с этим нужна, а практики у меня еще не было. А там блюпринт вкусный лежит. Сладкий такой блюпринт. Ладно. Я был на глайдере. Терраформер. Эй! Хорошо атаковать моего мотылька. Они, слава богу, урон никакой не наносят. Вообще, слабаки беззубые. Так, ты, кстати, в соли на прошлом стриме к боссу дерево из людей пришел сильно перекачанным. Может быть, из-за этого так приятно и проходить было. Просто я до этого смотрел, как другой человек приходит, он там спасался только щитом на 100% Fire Resist. Так вот, у меня щит первого грейда, не нулевого, но первого, да? И у него Fire Resist весьма приличный. Он у меня 4 уровня первого грейда. Вот, понимаешь? И у него Fire Resist тоже весьма приличный. Такс. Кстати, с винтовка. Найс.
Блин, это так, это стрёмное слово совсем. Вот серьезно. Просто умудряться с костяными акулами водить хороводы, изучая что-либо попутно, это прям, я не знаю, это экстрим. Учитывая, сколько костяных акул здесь находится. И все на тебя кричат, сволочи еще. А я не могу им в ответ рявкнуть ничем, прям. Ну, могу, конечно, на стрим так мяу, но... Этого я подозреваю, лучше не делать. Так, блюпринтов здесь халявных никаких нет, мне интересно. Такие, просто такие вот, они берут и, короче, находятся здесь. Нет? Размечтался, видимо, да? Ну ладно. Видимо, мне все-таки придется плыть на подводные острова куда-нибудь и изучать блюпринты непосредственно там. Ведь мне нужно, по-моему, ставить винтовку из двух блюпринтов, да, изучается. Поэтому еще один блюпринт мне для ставить винтовки как бы необходимо изучить. Взял бы, отсканировал акулу, пока она мотылек грызет. Да ну ее нахрен, дорог, Найтблокер. Мега, нет. А в какие игры ты... Ну, в смысле, если это ты про себя, то окей, молодец. В какие игры ты еще играешь? Да в описании все написано, ребят. В основном Оружелье, Ганжун. О, Оружелье, Ганжун. Оружелье и Айзек. То есть Ganjun, Enter the Ganjun и The Binding of Isaac. Вот, еще в Майн поигрываю, в Sky Factory. Блин, еще в Соль поигрываю. Во что я только, блин, не поигрываю сейчас, на самом деле. Так, двигло циклопа. Есть. Двигло циклопа, это, конечно, зашибись. Но мне как бы стазис винтовку бы там еще одна часть циклопа. Мне как бы так, на полшишечки стазис винтовку бы изучить, и все было бы шикарно. Хорош пинать мотылька, тварь. Это вообще алмаз. Я думал, это часть циклопа. Нет, ни хрена, это алмаз. Нужен мне алмаз? Нет. Пока мне, пожалуй, даже алмаз не нужен. Двух алмазов мне точно хватит. Причем надолго. Так, где бы мне еще блюпринтов найти? Учитывая, что у нас мотылек может погрузиться всего на 200, я весьма сильно ограничен в своих поисках. И судя по тому, что я здесь ничего не вижу, вполне может быть, что... Интересно, там... На 200, нет? Такс. Окей. Этот кусок Авроры они немножко расколбасили. Совсем чуть-чуть, на самом деле, но расколбасили, это точно. Он раньше, по-моему, даже лежал, что ли, по-другому. Либо здесь добавили вот этот маленький островок, либо эта часть лежала по-другому. Альбатрос, поправь меня, если я не прав. Но, по-моему, он лежал по-другому. И, по-моему, было это на 200-й глубине, а не на 170-й. Хотя нет. Глубина плюс-минус такая же. Да, здесь 200 наберется, если я плывать его решусь. Есть ли здесь что-нибудь ценное? Это другой совершенно вопрос. Так, блюпринт один я вижу. Соль вижу, алмаз вижу. Возможно, что-то для изучения тоже вижу. Возможно, но не факт. Ну-ка. А, у меня же ребризера нет. Я тут без кислорода очень быстро останусь. Модификационная станция. Верстак! Вслепую от акулки уходить, а? Блин, прикольно. Интересно, успею, не успею, успею, не успею, успею, не успею. Успел. Fuck you! Так, чё, да я согласен, но ты пару раз поджаривался на дудку, которую... Стены торчат, ничего, где-то треть хп сносило всего. Того парня тупо прожаривал, как... Не каждый шеф-повар умеет. Не, ну кот, вполне может быть. У меня же и броня, а еще прокачан на плюс 4, там тоже энергозащита. За кипера чертова. А, ну, я тебя поздравляю. Привет, здорово, одинарный кот. В обломке поискать можно, я уж не помню, как он лежал. Вроде по-другому, да. Окей. Значит, я еще не совсем с ума сошел. А, еще один блюпринт, забавно. Почти 200 глубина. Опасненько. Тут. Ну, мало. Окей. Так, смотрите, что такое? Терраформер. Ну, задница, что ли? Ну, ладно. Так, терраформер у меня изучен полностью теперь. Хватит топтать мой мотылек. Зачем топтать мой мотылек? Когда уже он, блин, растоптан? Он лежал вот на этой части. Он лежал вот на этом огромном острове с краю. Насколько я могу вспомнить. И там была реально 200-я глубина. А сейчас он лежит чуть выше.
И глубина здесь весьма щадящая, надо признаться. Так, ну-ка. Так, секретная дырка. Ну ладно, это будет прожектор, окей. Пускай вот эта вот здоровая хрень, которая изучает, это прожектор, собственно. Что здесь помимо прожектора будет? Запечатанная дверь будет, ладно. Фрагмент стазис-винтовки, а вот это неплохо, вот это халява знатная. Спасибо, стазис-винтовка я тоже изучил. Надо домой, в принципе, пилить и строить стазис-винтовочку эту. Так, обычная дверь, окей. My God, is that amazing? Спасибо за follow. Что тут еще будет, скамейка? Я просто боюсь сейчас, что у меня кислород очень быстро кончится. Я же без ребрейзера сюда поперся, да? Я же умный. Альтернативно гениальный. Из прожекторов теперь батарейки можно вытаскивать. Не, ну это логично для зарядки. Так, я, пожалуй, отсюда поплыву сейчас, мотылек. Но сюда надо будет сейчас еще раз сплыть. То есть я восстановлю свой кислород и еще раз сюда сплаваю. В принципе, место достаточно интересно. Блин, мотылька еще двигают постоянно, это раздражает немного. Место достаточно интересно еще и тем, что там какая-то хрень еще находится. Дальше, по комнате. Которую, возможно, надо будет изучить. То есть что-то банально новенькое. Так, ну обломок явно, они его передвинули. Да, бип-бип, ну ёпта. Вот. Они его явно передвинули, он явно был в другом месте. И вопрос, что здесь еще можно изучить. Угу, горшок. Горшок этот уже был. Вот этого горшка не было, горшок для растений 3. Окей, новый горшочек. Так, ну, есть. Так, дальше у нас что будет? Электричество, которое может меня не кислу ударить. Дверь, которую она открывает полчаса. Давай, 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 давай. Вот мало, бздец. Ага, здесь прямая дорога. Окей. Здесь акула, которая в меня рашит. Здесь передатчик халявный. Ага, здесь табличка на стене, которую я должен изучить. Которую надо подобраться так, что прям вот в ощпе. Либо она никак сейчас не изучается, просто потому что. Из-за ни с одного долбанного места ее нельзя изучить. Хотя я знаю, что... Ну, по идее, должно быть можно. Ну да ладно. Так, кислород, кислород. Мне очень нужен кислород. Скорей, скорей, скорей. Эй, тупик. Наверх, наверх. Да знаю, я знаю, знаю. Так, найс. Все, валим домой. Стазис винтовку изучил. Фрагмент модификационной станции и модификационной станции для мотылька я изучать начал. То есть это у меня все в процессе будет. Сюда надо будет смотаться еще разок, пожалуй. Но перед этим смотаемся в грибной биом, посмотрим, что там можно нынче изучить. Уии, плюх. Это что, кстати, за... Это что за хрень такая? Не по... Что? Я не знаю, что это такое. Возможно, это очередной баг с какой-то частью Авроры. Но я это не видел раньше. Это странно. Раньше, год назад, где-то играл в Субнаутику, нормально 40 FPS выдавал. Сейчас решил поиграть, скачал, она тормозит жуть, 20. То есть невозможно, в чем дело. Не знаю, супер, у меня все ок. У меня, наоборот, лучше стало, оптимизацию в Субнаутике больше завезли, чем была она. Это точно. У тебя она уже есть, походу, смотри, на какие настройки. Ну, такое, да. Так, что это, блин, за хрень такая? Это, блин, за хрень, это еще один кусок Авроры. Который они, видимо, добавляют, но, как бы... Короче, не склалось. Ну. Кусочек обшивки в воздухе висит. Бывает такое. Я нажимаю пробел, у меня... Слышите звук? Я просто держу пробел, что очень странно. Так, оп. Так. Так, General Bug такой. Оп. Эх, хорошие помощники, ужас просто. Так, окей, погнали на базу. В принципе, я думаю, что после обновления, которое будет, ну вот сегодня, завтра выпустят патчик еще на мегабайте где-то, и они этот обломок на место берут. Туда, где он должен быть, по-хорошему. Где он должен быть, черт его знает, ну, уберут, не волнуйтесь. Так, теперь надо покушать бы, хотел бы я бы сказать бы, но
Перед этим мне надо сделать еще один шкаф. Шкаф, шкаф, шкаф. Стеклом. И убрать туда весь литий, который я нашел. Как думаешь, в финальной версии субнаутики добавят подлодку, в которую циклоп можно было бы пристыковать? Было бы круто. Вряд ли. Фишка в том, что у тебя циклоп является одной из самых больших сейчас махин. И если ты хочешь сделать, чтобы... Короче, как в циклопа мотылька ты пихаешь... Чё я хотел, блин? Чё я туплю? Как в циклопа мотылька ты пихаешь, ты хочешь сделать, чтобы они сделали так, чтобы была еще больше подлодка, да? А теперь представь, где ты ее будешь... Как тебе сказать-то? Хранить, что ли? То есть ты сможешь ее хранить даже вот здесь, вот тогда глубины будет недостаточно для такой подлодки. То есть ты должен будешь ее хранить в Гранд-Рифе. Для нее, я не знаю, у нее высота будет 50 метров, если не больше. Я думаю, что это бред полнейший. Вот добавить станцию для циклопа. То есть не подлодку здорово, а именно станцию для циклопчика. Как личная комнатка для литий у меня есть, да? То есть так, модификационная станция для циклопа отдельно. Вот это было бы тема, я думаю. А в остальном, да нет. Баганул облом, походу, у меня так же было. Да, Альбатрос, я так думаю, что баганул. Ну, это логично, это нормально. Это же экспериментальная версия альфа... Не, экспериментальный билд альфа-версии раннего доступа. Да, дехайдрейшн, все дела там. Все. Нажрался от души, отлично. Так, а теперь что? Теперь что? Остались винтовка. Вот чего. Мне очень нужно сейчас расширенный комплект проводов, батарейка Титан. Так. Расширенный комплект проводов. Это компьютерный чип плюс 2 золота. Золото, кстати, у меня уходит вот сюда. Компьютерный чип у нас это серебро. Это два гриба, которые я почему-то себе сейчас в запас не делаю. Надо, блин, их собрать побольше, просто себе в запасник положить, а то я задолбаюсь за ними нырять каждый раз. Когда мне понадобится компьютерный чип, а понадобится он мне еще очень-очень-очень много раз. Так, сейчас мы соберем грибасов, которые у меня здесь в округе валяются. Мне, кстати, что-то здесь можно было изучить, что странно. То ли какая-то рыбка мимо проплывала, то ли еще что-то. Хаза. Так, больше грибов. Богу грибов. Оп. Главное, чтобы они у меня не баганулись, как обычно, да, я бы... Я не смог бы их тогда собирать. Потому что вполне может быть, что этот баг до сих пор не исправили. То есть, случается какая-то вещь такая, что я перестаю... как сказать, уметь разрезать грибы. Короче, им пофигу на мой ножик банально. Я в них могу нож обломать по полной программе, а им будет пофигу. Так, два гриба и еще один кварц. А кварца остается очень-очень мало. Так, компьютерный чип. Привет, здорово, Александр. И расширенный комплект Фродо. Окей. У меня сейчас субнаутика выдает 70 FPS внутри. И 71, 78 снаружи. 67, 70, 77, 71. Ну, то есть, в районе 70. Конфигурация моего компа внизу написана. То бишь, не... У меня раньше тоже под 40, по 30 FPS его было. Они оптимизацию завозят, причем весьма не кисло. Так, расширенный комплект проводов есть. Теперь батарея и титан. Батарея это два гриба и медь, а титан это, блин, титан. Только элити сейчас перенесу сюда, на его место. Так. Медька. Титанчик. Так, с батарейко. Ну вот хотя бы финалочки, будет ли больше транспорта? Больше транспорта может быть, а вообще по факту задай себе вопрос, ну тебе нафиг надо, зачем? У тебя есть глайдер, который занимает место в инвентаре, у тебя есть мотылек для очень быстрого передвижения куда-нибудь, и у тебя есть циклоп. Все, зачем тебе больше? Экзокостюм будет, ну вот даже экзокостюм это такая себе вещь. Я так подозреваю, что это просто будет гораздо более крепкий, но медлительный мотылек, скажем так, для борьбы. То есть, когда они ведут, допустим, рок-крашеров и так далее, для, ну вот, с ним придется реально бороться, то есть во совсем бороться. Видимо, экзоскелет будет одним из этих способов бороться с ними. В субнаутику можно играть по сети? Сейчас нет, в будущем мультиплеер планирую добавить.
10% ждем. Бе-бе-бе. Так. Стазис винтовка у меня теперь, однако, есть. Отлично. Причем он плечо по-прежнему вперед выпячивает. Очень-очень странно. Жж, заметьте, анимация руки такая. Жж, стелится по телу. Жж. У него, по-моему, локоть находится на протяжении, я не знаю, примерно сантиметров 20. Забавно. Так, хорошо, стазис винтовку сделали. Теперь лазерный резак. Так, что мне нужно для лазерного резака? Мне нужен как минимум алмаз, это точно. Батарея, алмаз, титан. Изи. Так, оп. Ну, как сказать, изи? У меня как бы медь кончается до хрена. Хотя, по-моему, еще ни одну трубу не прошел, да? То есть мне сейчас надо будет трубы почистить, как бы это странно ни звучало. И, собственно, добыть себе достаточно приличное количество меди. Так, батарейка сначала. Добыть меди, добыть титана, добыть еще свинца. Ну, в любом случае добуду. Как думаешь, кто будет самым-самым-самым крутым боссом? Да хрен его знает. Боссов здесь не будет как таковых. То есть вот того же Левиафана, я сколько ни пробовал, я не могу уничтожить. Хотя я пробовал всего один раз, это факт, но тем не менее. То есть здесь будут просто крупные мобы, которые могут уничтожить тебя, но их при этом нельзя будет уничтожить самим. Кстати говоря, Батрос, ты пробовал зайти в креатив и уничтожить с помощью ядовитых торпед Левиафана или нет? Здорово, Квадробжиш! Такс, что я хотел? Я сделал лазерный резак, я сделал стазис винтовку. Господи, что я так чат... Вот реально, отвлекаюсь на чат и моментально вот просто блуп-блуп и забываю, что я хотел. Трубы я хотел почистить, ё-моё. Ужас, с памятью что-то не то творится. Нахрена я для этого мотылёк использую, чёрт его знает. Такс, погнали трубы чистить. Вот, что-то как-то отвлекаюсь на чатик, начинаю свою мысль выражать и моментально забываю, что я хотел. Мрак. Ага, типа того. Я не знаю, эти хрени вообще собрать можно будет, или надо будет газопода как-то уничтожать. Хотя газопод одна из тех рыбешек, которые вроде как неуничтожимы были. Я пытался его бить в стазис поле, я его пытался бить достаточно долго, в итоге мне просто банально надоело. И надоело мне раньше, чем я его убил. В этом вот весь прикол. Шаг, ты у нас рыбка, надо сделать... Что? Не надо делать ХХХ, ну или в моем первом же прочтении это XXX. Не надо здесь никаких XXX в чатике. Такс. Здесь еще. Еще одну пропустил. Блин, и наверху еще одну пропустил. Ё-моё. Вот, собственно, про эти трубы я говорю. На безопасном биоме, на безопасном плато, на котором вы начинаете, этих труб 3. И в каждой из труб есть вот такие вот сборники ресурсов, так скажем. Это необходимо поначалу медь, возможно, титан и, скорее всего, свинец. Вот. Но, по сути, поверьте мне, этого титана и свинца вы умудритесь еще нарыть в невероятных количествах. А вот медь — это такая штука. Медь не нужна всегда в огромном количестве. Кстати говоря, тем самым, что они сделали зарядку батареек, они фактически сделали медь... То есть медь же не возобновляемый ресурс, правильно? Но они сделали так, что медь теперь можно, ну, по крайней мере, адекватно расходовать. Так, я хочу пройти мимо камикадзе. Камикадзе был там слева, я не помню, здесь есть еще или нет. Нет, здесь больше камикадзе нет. Фух! Рыба камикадзе была слева, что-то мне не совсем хочется на нее напарываться. Прям вот именно тогда, когда у меня полные штаны уже лута. Прям вот совсем не камильфо было бы, если бы она меня убила. Для Левиафана лучше циклонные торпеды, которые пространство в радиусе на нуле. Как это не надо? Ну, неплохо, Квад, неплохо. На самом деле, пространство на нуль-то они делят, только Квадроп, они не летальные. Хоть они 6 раз пространство на нуль поделят, они не летальные, они не убивают. Они могут убивать, по идее, только если с помощью них ты отправляешь нахрен в лицом в землю. Существо, которое ты торпедировал, оно получает урон от столкновения. А сейчас есть газовые торпеды, которые, по идее, летальные, по идее, убивают. Ну, то есть газовым облаком. Вот этим надо будет пользоваться. Трубы в России Марио Бразерс. Даешь, как пройдет? Нет, Альбатрос, не дам.
Окей, что у нас в итоге получилось? У нас получилось достаточно приличное количество меди. Неплохое количество титана, которого, блин, получилось чуть ли не столько же, а то, может, даже и больше, чем меди. И чуть-чуть свината. Not bad. Свинец мне еще пригодится ради антирадиационного костюма, который я пока что делать просто банально не хочу. Лень. Вот, медь мне пригодится для последующих крафтов батареек энергоячеек. Окей. А, что мне теперь надо сделать? Мне надо поплыть в грибной биом сейчас будет. Сейчас я еще раз сплаваю за титанчиком, который у меня где-то здесь будет. Что? А, это копать песок. Угу, окей. Сейчас где-нибудь титанчика я еще наберу, причем желательно, конечно, не попасть при этом в радиацию, а то костюмчика-то нету. Я ж умный, я ленюсь его сделать. О, кстати, еще одна труба. Не, это не труба, это просто коралл. А, осыпься. Это просто коральчик. Мне так нравится внутри этих кораллов плавать, это так необычно прям. Вот серьезно необычно. И очень прикольно. Правда, хрен его знает, где ты выплывешь, если ты наизусть не... Вот еще одна труба. Если ты наизусть местность не знаешь, черт его знает, где у тебя получится выплыть. Так выплываешь, а тебе рыба камикадзе в лицо говорит «Привет». Это будет не очень. Так, титан валяется просто так. Да, я его выкидывал в свое время здесь. Так, металлолом. Ну, собственно, можно чуть-чуть эту трубу тоже почистить. Она одна из самых больших здесь. Вот, лута в ней тоже навалом весьма. И на ней лута непосредственно тоже навалом. То есть надо ее всю полностью очищать. И сверху, и точнее, и снаружи, и внутри. И сверху, и снизу. Так. Здоровая такая трубень, пипец. Так. Найс. Чего вчера... Четко было, на улице капа, в чатике капа, в динамиках песни про капа. А на улице-то почему капа? Стой! Чего тебе улица такого плохого сделала? На улице нормально все было. Подумаешь, гроза. Гроза это хорошо, гроза это свежесть. Гроза приносит с собой радость, свежесть и вкусный запах. Короче, круто это все. Это не капа ни разу. Так, я боюсь, только мне сейчас кислорода не хватит на полную зачистку этой трубы, поэтому лучше я поплыву назад и как бы на поверхность, иначе я рискую умереть. Тут, ну, дождь же капал. Блин, это скорее, ну ладно, я придираться не буду, я просто хочу сказать, что это скорее ливень лил. Ну или стеной стоял. Ну капал, ну фиг знает. Ну ладно, окей. Такой вариант, в принципе, даже принимается Альбатрос. Уговорил. Так, я надеюсь, здесь-то камикадзе не будет, да? Я понимаю... Ага, не будет. 10 раз не будет ее там. Угу. С другой стороны, у меня есть стазис винтовку, чего я их боюсь? Странно я что-то. Так, ладно. Вокруг все собрали, ресурсов набрали. Еще больше меди набрали, титанчик пригодится. И можно плыть в зеленый биом тоже за изучением каких-нибудь блюпринтов. О, в зеленый биом говорю, в грибной биом. Мне нужна модификационная. Мне нужна модификационная станция непосредственно для меня, то есть обычный верстак. Нужна модификационная станция для мотылька. Хотя я ее построить в данный момент не смогу, потому что надо для нее просто невероятнейшее количество титана. А точнее пластиловых слитков. Привет, Шка. Привет, здорово. Привет салатовому Нику. Я тебя даже прочесть не могу. Кто-то Аспираго. Окей, здорово. Здорово, как подводная жизнь. Здорово, Люкс. Все весьма путем. Так, медь. Отлично. Так, сюда у нас уходит титанчик. Я даже умудрился где-то один кварц добыть. Что-то я как-то даже не понял, что я его себе взял. Так, и свинец. Отлично. Сейчас поедим, и я так подозреваю, что на самом деле наступит ночь. Потому что я альтернативно гениален, и я, блин, получается, путешествую только ночью. Ну-ка, солнце-то где? Не, не сейчас наступит. Она наступит тогда, когда я к грибному биому непосредственно приплыву. Зашибись. Так, окей же, где у нас грибной биом расположен? Грибной биом расположен где-то там. Я надеюсь, в этот раз я не перепутаю место, где он расположен, и не приплыву сразу в дюны, например. Мне бы Бризард сделать. Не, лень.
За Альянс, за Орду, за Космодан. Опять начинают всякие. Муд за политоту, когда спорят об Орде и Альянсе, это, конечно, круто, Квадроп. Так. Еще одно безопасное такое небольшое плато, видите? Здесь есть своя труба с ресурсами, здесь есть куча титана и так далее и тому подобное. Хорошее место, чтобы где-то переждать что-то, да, любое нападение. На безопасное плато в основном никто не плывет, но... Безопасное плато — это переход... Че, это еще один кусок Авроры? Оу, я не помню этот кусок Авроры. Хм... Это красный биом, это факт. Это наклоненный здоровый кусок Авроры, который я не помню. Черт, надо было с собой этот лазерный резак взять, ё-моё. Я к нему еще раз так не вернусь. Или, возможно, я его помню, возможно, я к нему также приплывал и также думал, что я к нему больше так же не вернусь. Ага, кусочек лора, окей. Дверь, которая не открывается, окей. Че, все? Здесь все, что было... А, нет, вот наверх проход. Так, вниз. Я надеюсь, я сейчас не умру от недостатка кислорода. Вполне может быть, что надо было сделать еще один баллон. Так, ни черта не видно. Хотя я думаю, что я могу приплыть в такую задницу, что... Оу. Ага, проход. Not bad. Так, окей. В середине проход есть. Я помню, что они в свое время во всех таких обломках серединные проходы запаивали. Просто банально стенкой. Сейчас они, видимо, их всех освободили. Просто чтобы в них заплывать можно было. Это весьма неплохо. Надо посмотреть, что там внизу будет. Welcome aboard, Captain. Причем в этот проход совершенно спокойно, по идее, может заплыть даже мотылек. Оп, да. Вообще иди. Так, только можно... Да, вон туда можно проплыть. Окей, поплыли туда. Правда, не видно ни хрена, но это такое же дело. По крайней мере, хоть кислород есть восстанавливать где. Поблизости. Так, сотая глубина началась. Вполне может быть, что я выхожу куда-то к земле, и около этой земли как раз будет песчаная акула. Которая, допустим, справа-слева от меня, да? Вот она, рычит на меня вся из себя. Но здесь ни хрена нет, на самом деле. Оу, или есть хрена. Ага! Это, собственно, дверь, которую... Так, вот. Это дверь, которую можно было пропилить. Слушай, такое чувство, Альбатрос, что в любую дверь, которая пилится лазерным резаком, точнее, любую дверь, которая пилится, можно обойти банально. Ну давай, ну ё-моё. Ну мне кислорода мало уже, ну изучайся, сволочь. Да жесть твою налево, чё ж ты изучаться ты нормально не хочешь? Слава яйцам. Так, картина, рамка, видимо, у меня все-таки уже есть. Горшок для растений еще один. Я рискую, я очень сильно рискую сейчас. Так, и мне надо, собственно, плывать теперь. Так, вниз. Так, куда, наверх? Да знаю, я знаю. Так, сюда. Теперь наверх. Вот мотылек. Отлично. Фух! Жив цел, драконь! Неплохо весьма. Планшет, я его видел. Да, сейчас вернусь, Альба. Я в любом случае хотел туда вернуться, потому что мне кажется, что я изучил далеко не все. Если там будет еще и планшетик, окей, я его сейчас схомячу. Не видно только ни черта. Вот серьезно, вот в этих маленьких переходиках без фонарика вообще делать ничего. Особенно с такими злыми тварями, которые там на тебя все дела. Так, планшетик, говоришь, видел? Где? Я что-то планшетик нифига не вижу. Так, эти горшки я все уже изучил. Видимо, здесь где-то, что ли? А, да, планшетик, смотри, в натуре. Оп, планшетик. Узнаем историю еще когда-нибудь какую-нибудь. Оо! А вот и постер Natural Selection, который я не могу забрать, да? Серьезно? П-
Почему я не могу постер Nature of Selection забрать? Алло, игра, ты тё? Ну ты тё? Его чё, разбирать теперь надо, что ли? Так, пора назад валить. Так, я в тупике. Вот, сюда. Так, 40 кислорода. Да, без ребризера что-то прям совсем тяжко по кислороду. Сюда и сюда. Отлично. Фух, найс. Так, выплываем отсюда нахрен. Ай. Сори, лить. Так, и, собственно, зачем я плыл? Ага, я плыл в грибной биом. То, что я оказался в заднице, ничего не значит. Я же плыл в грибной биом, правильно? Где-нибудь здесь грибной биом не ставится, однако я сначала хочу посмотреть, что это за блюпринт. Главное, чтобы поблизости никаких акул. Пропульсионная пушка, я понял. Видимо, фрагменты этой пушки меня будут преследовать до конца моих дней, пока я их все не изучу, не превращу их в титан исключительно для себя. И тогда все будет хорошо. Так, где она тут? Это копать песок. А, вот. И еще пропульсионная пушка. Да, видимо, да. Видимо, она меня так и будет преследовать. Так, тепловой след. Дом. Где-то здесь должен быть грибной биом. Это не рифма нифига. Угу. Так, красный биом. Все еще красный биом. Там, я не знаю, там дюны уже могут начаться вполне себе. Нет, это продолжение красного биома. А, я на отблоке. Зашибись, блин, приплыл. Я приплыл как... Блин, я приплыл совсем в другую сторону. Я приплыл по своей дурной привычке в Bloodkelp. Короче, я приплыл туда, куда я обычно плаваю. В поисках грибного биома. Но я знаю, что он с другой стороны. О, здорово, Флатушка. Тихо. Почитал чатик. Что-то боковым зрением увидел, что ко мне что-то приближается. Так, Флат, это давно вообще появился-то? Ё-моё. Ай. Так. Я что-то не вижу добра всякого. Флат. Вот, твое первое сообщение, видимо, то за то же замутаешь. Вопрос. Вот, добра всякого. Вот, теперь увидел, да. Нормально. Теперь все по канону. Окей, можно продолжать играть. Так, что у меня здесь будет? Мне, в конце концов, надо найти долбанный грибной биом, причем не так, как обычно через дюны, а так, как его ищут нормальные, адекватные люди. То есть, напрямую. Так. Нет. Save Shallows. Окей. Вот он! Да, слава яйцам, я на него с первого раза вышел. У-ху! Йо-хо-хо и бутылка рома. Отлично. Я попал в какой-то грибной биом. Значит, что мне отсюда надо? Мне надо изучать какие-нибудь блюпринты. Раз. Мне надо себе набрать кусков грибов. Два. И мне надо узнать, есть ли здесь поблизости акулы долбанные, Трис. Вообще ничего акулоподобного не слышу. Поэтому, может быть, я приплыл как раз в ту часть грибного биома, где, ну, нет никаких акул. Это было бы шикарно, на самом деле. Да хорош, ну, руби уже. Так-с. Вау. Ня. Ей, больше грибов. Грибасы. Я, кстати, не помню, а зачем они теперь? Слушай, Альбатрос, я что-то по привычке их, конечно, рублю, и они у меня багуются. Но, а зачем сейчас древесные грибы, если биореактор питается чем угодно? Так, грибы у меня забаговались, а слово совсем. Я понял, спасибо. Хоть чуть-чуть грибов я себе успел при этом завести, нормально. Так, дальше что у нас будет? Так, где у меня дом? Тепловой след, дом. Дом у меня там. Идем вдоль плато, которое меня к дому ведет. И, собственно, смотрим на дно. Смотрим, где у нас фрагменты для изучения есть. Пока что... О, да, светящийся скат. Светящийся скат надо обязательно изучить. И обязательно его яйцо найти. Потому что в грибной биом я вряд ли уже буду возвращаться, на самом деле. Ага, а вот и костяные акулы. Слышу их вполне. Я не помню, это то ли светящегося ската яйцо, то ли костяной акулы. Нет, светящегося ската, нормально.
Так, у нас светлеет. О, фрагменты. Not bad. Это что такое? Мостик? Мостик, хорош. Значит, и мостик циклоп. Мы сейчас будем изучать. Так, один из трех. Уже два из трех. Найш. Так, один квадроп залетел между рамками. Ваши действия. Взять и выпустить. Здорово, Мсакос. Так, ну, кстати, не смотри, обращай, кто мешает. На донаты можно банально обращать внимание. Вы про что? У меня что, донат был? Серьезно? Либо вы не про меня, либо я что-то пропустил. Видимо, либо я сейчас буду извиняться, либо все нормально. Ну-ка. Ну. Не, фух, донат никаких не залетел, слава богу. Ничего не пропустил, все в порядке. Так. Мне нужны еще части. Так, вот этот, да, это яйцо светящегося ската. Можно, кстати, самого светящегося ската пока изучить. Что-то я расслабился. Давай, 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 давай. Ну, кстати говоря, мостик. Еще один. Вроде как я, конечно, далеко отплываю. Вроде как здесь даже костяные акулы бывают. Но, кстати говоря, по-моему, именно эта зона расположена очень близко к дюнам, и поэтому где-то сюда может заглядывать Левиафан. Так, хорошо, я разблокировал себе верстак. Я разблокировал себе мостик циклопа. По-моему, все, да? Здесь банально больше... А, здесь глубинный модуль изучается для циклопа, по-моему. Я могу, конечно, ошибаться, но вроде как может быть. Так, мне надо блюпринты эти изучать. Да, лития я добыл достаточно. То есть сейчас, например, в грибной биом за литием плавать не надо. То есть вообще. Бесполезное времяпрепровождение. Стыковочная шахта. Вот она, личная комнатка лития. Ага. А модификационная станция мотылька, это чтобы литий улучшать, и это мне пока что недоступно. Хорошо. Хотя бы личную комнатку лития можно здесь нарыть. Так, еще один. Да, 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 да. Бла-бла-бла, безопасная глубина. Так, где? Где, где? Вот. Так, корпус циклопа. Недоизучал. Хотя он в красном биоме должен быть. Что очень странно. Еще стыковочная шахта. Два из четырех. Найс. Welcome aboard, Captain. А, так, что за циклоп? Это подлодка большая. Ай. Ни хрена себе, она, кстати, бьет. История сама по себе дичь оказалась. Вы про что вообще, Флад? Я что-то мысли ваши не понимаю. Здорово, Аттар. Я-то испугался, что вы в районе меня говорите. Но нет, вы говорите про кого-то другого. Про что речь-то? Так, 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 так. Здесь еще фрагменты есть? Нет. Вот, кстати, вот это вот место, на которое я обожал приплывать всегда, да? Вот этот вот краешек, где я всегда в основном добывал себе литий, чувствовал себя как дома, все было великолепно. Но фишка в том, что вот там вот начинается уже Bloodkelp 2. И оттуда, собственно, я первый раз в жизни, мать его, увидел этих сраных медуз, которые у меня весьма не кисло поцарапали моего мотылька. Чем обидели меня, естественно. Так, есть, хорош. Что мне еще осталось у циклопа? Двигло. Двигло 2 из 3. Двигло у нас на подводных островах, в принципе, можно изучить. На плавучих, да? То есть, можно даже хоть циклоп уже строить. В свое время я его построил раньше мотылька, если вы помните. Вот, посмотрим, посмотрим по поводу строительства циклопа. Я думаю, не сегодня, конечно, но в любом случае циклоп надо будет строить. Так. Комната сканирования. Блин, я про нее совсем забыл. Она казалась настолько бесполезной и кривой, что я про нее даже успел забыть. Ну да ладно. Если комната сканирования все-таки будет починена, то окей, пускай комната сканирования у нас будет. Возможно, она даже будет плоды приносить. Не факт, конечно, но возможно. Так, стоп. Это еще одна часть Авроры. Судя по виду. И она находится на грибах, судя по прогрузке. Так, давай грузить, 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 грузить. А вот и большой гриб, кстати говоря, где-то. Нет, это скалапа. Это или большой гриб? Это большой гриб должен быть. Нет, это скала банально. Так, где большой гриб тогда? Где мой дом? Дом там. Странно, большой гриб должен быть левее.
Либо это какой-то новый кусок Авроры, либо я немножко потерялся во времени и пространстве. Одно из двух. Ну, да ладно, пофигу. Вполне может быть, что... О, я уже вижу историю, кусочек истории. Это забавно. И, судя по всему, на самом деле, это все, что я здесь вижу. Помимо скамеек еще, да? И что-то сразу как-то музыка... You must die. Так, да ладно, меня в дверь не пускают, серьезно? Невидимые стенки, обожаю их просто. Так, ладно. Здесь я... Причем рыбы через текстуры спокойно плавают, там мне, блин, нельзя. Не люблю стрёмные звуки. Не люблю, когда меня просто так пугают. Так, там можно как-то проплыть где-то, что ли? Нет. Здесь тупик. Здесь просто тупичок. А еще я без кислорода сейчас останусь, поэтому валим отсюда как бы нахрен. Тут еще даже прожекторы есть. Вроде все, здесь больше нет ничего интересного. 31. Да, я в курсе, спасибо. Оп. Так, о, порз здесь есть. Здорово, порз. Шаг до своем остранном, окей. Мне еще понравилось, как они улучшили поведение животных. Рыб стало труднее ловить, хищники стали более опасными. Когда я газовую торпеду убил сталкера, то на его подрагивающий труп наплыла куча блидеров, и они стали его жрать. Прикольно. Очень прикольно. А батарейку вытащить из прожектора? Шаг, чего бояться? Просто звуки? Да, конечно. Вообще. Батарейку на халяву вытаскивать из прожекторов из вот этих, что ли? Забавно, слушай. Я как не допер, что можно из этих прожекторов на халяву вытаскивать батарейки. Ну, мол, лежит прожектор, лежит. Я понял, что можно построить свой прожектор и из него вытаскивать, но чтобы так мародерствовать? Вот она! Вот срань это! Вот эти Blood Kelps 2, про которые я вам говорил. Да, это новый кусок Авроры, во-первых. Во-вторых, вот Blood Kelps 2, и там обитают долбанные медузы. А вот, собственно, большой гриб. И как я говорил, метрах в 50 от него начинается Blood Kelps 2. Нет, ни хрена не потерялся. Все, мать его, помню. Всех запомнил. Акулы вокруг меня, тоже нормально. Нет, вот, кстати, я яйцо все-таки акулы взял, походу. А вот это уже яйцо светящегося ската. Если акула пойдет нахрен, то я его даже заберу. Хотя, возможно, вполне, что он у меня есть. Оп. Так, яйцо светящегося ската. Вот оно какое красивое. Оно мне... Нет, вот это светящийся скат. А это костяная акула. Вот. Разобрались. Так, здесь у нас что? Комната сканирования. Так, ладно. Оп, тихо. Орут тут на меня всякие. Вон в левом углу щупальцами. Может, не надо же? Вроде не новый кусок, 100 лет уже лежит. Альбатрос, другой кусок. Он обычно кусок лежал левее, чем большой гриб. Я практически уверен, что кусок лежал левее большого гриба. А этот кусок лежит правее большого гриба. По пути в Blood Kelps 2. Поэтому я говорю, что он, скорее всего, новый. Я попробую сейчас старый найти. Если я не найду старый, то я готов признать свою неправоту. Ну, может, не совсем тут лежал? Не, может быть, его банально перенесли. Вот, да. Возможно, я не спорю. Может быть, я не прав, он не новый, просто его перенесли. Так, пора возвращаться к моему мотыльку. Да знаю, я знаю. Оп. Фух, успел. Нормально. Как только я залез в мотылька, я услышал бум по мне. Так, ну чё, давайте Achievement Get, наверное. Большой гриб найдем. Вот он, собственно. А раньше кусок Авроры лежал вон там. Вот с той стороны. То есть от большого гриба налево я сейчас попробую показать. Примерное место найти. Так. Чё-то у меня только нет Achievement Get'а. Странно. Чуваки, я большой гриб нашел. Где моя ачивка? Ну ладно. Просто когда находишь большой куш, ну то есть куш здоровый,
Тебе говорят, вот зона, большой куш, молодец вообще, герой. А вот здесь вот что-то как-то не говорят. Так, этот обломок лежал где-то вот в этом районе всегда. То есть я бы сказал, что он лежал вот тут. Вот здесь вот. Я могу ошибаться, конечно, естественно. И я его могу прямо сейчас найти внезапно, если этот обломок второй действительно. Но, видимо, нет. Возможно, его как раз и перенесли. Потому что я помню, что обломок лежал вот где-то в этом районе. Но, видимо, его перенесли именно сейчас туда, непосредственно ближе к Блодкелпам вторым. Вполне может быть. Так, прогрузка, прогрузка. Не пугайтесь прогрузок, грибной биом. Ага, я понял. Грибной биом, он все-таки остается одним из самых... точнее, не одним из, а он остается самым прогружным биомом, который здесь вообще есть. А я, кстати говоря, смотрю на дюны, ребят. Среди которых может быть Левиафан. Такие пироги. Так, я сохранюсь, вот что я сделаю. Я с самого начала игры не сохранялся сегодня. Опа, забавно, мозголюбы здесь. Очень забавно. Так, давайте-ка я сделаю вот так вот. Модификационная станция мотылька. Да, блин, это дюны. Если я не ошибаюсь, здесь даже базальт будет. Нет, здесь песчаник. Здесь песчаник. Это что за биом такой, ё-моё? Дюна, не-не-не-не-не-не-не, я, блин, прав. Я, блин, Коста прав, блин, это в натуре дюны. Дюны равно Левиафан, Левиафан равно смерть. Все, все. Математика безумно простая. Но учитывая, что я здесь модификационную станцию мотылька нашел, блин, что-то так не хочется возможность ее собрать, упускать. Хотя я понимаю, что дюна с Левиафаном такая жопа. Но модификационная станция. Чтобы не плыть ко второму острову, например. Так. Ага. Вот. Привет песчаным акулам. Они в дюнах, кстати говоря, тоже обитают. Они не только в красном биоме обитают. А еще я слышал, собственно, Левиафана крик. Но я вижу фрагмент. Даже два. Так, валим. Так, найс. Собственно, тепловая электростанция. Тьфу! Модификационная станция мотылька, одну штуку мне дай. Мне всего одна осталась. Есть. Модификационная станция мотылька открыта. Найс. Осталось саму стыковочную шахту еще изучить. Ага, и все будет шикарно. Так, свалим отсюда в грибной биом обратно. Мне сейчас надо в грибном биоме найти последний фрагмент модификационной станции мотылька. О, нет. Стыковочная шахта мотылька. О. Может, ачивки одноразовые? Не-не-не-не-не. Альбатрос, не ачивки в смысле... как тебе сказать там? Не ачивки в общепринятом смысле. Вот так вот давай выразимся. То есть это не ачивка, которая тебе дается в Стиме. Или это ачивка, которая дается в игре. Нет. У тебя просто всплывает посередине экрана надпись. Мол, молодец, ты нашел большой гриб. Молодец, ты нашел большой куш. Ну, без молодец, естественно, я просто утрирую, да? Вот, и сейчас этой ачивки, к сожалению, не было. Возможно, большой гриб убрали. Возможно, только куш остался. Потому что в прошлый раз, по-моему, я тоже пытался добиться. И на большом грибе мне ни хрена это не удалось. Блин, я сейчас еще... Твою мать. У меня уже dehydration detected. А-а-а, такое красивое растение, его взять нельзя. Писель. Так, ладно. Я думал, что это новое растение добавили. Я сейчас прям такой молодец, возьму, изучу его. Будет здорово, но нет. Так, окей. Не суть важно. Пока у меня совсем обезвоживание не началось, я не начал умирать, да? Мне очень... Блин, Блодкелпы, сволочи, не люблю их. Мне очень надо найти второй... Точнее, не второй, мне надо найти четвертый и последний блюпринт стыковочной шахты, которая у меня должна быть. Да, я знаю, что passing safe depth. Я вижу слева этот Блодкелп, и меня это пугает, твою налево. Ну где-то же здесь, ну где-то тут.
Ну должно же быть. Ну поязи. Ну еще один блюпринтик. Ну я же немного прошел. О! Так. Тихо. Я его ни хрена не увижу. Так, и так тоже. Ну ладно. Он где-то тут. Комната сканирования. Да чтоб тебя, ну. Зараза. Всем здорово, Ланир. Здорово, Садзес. Ну, допустим, комната сканирования я изучил, безусловно. И это, блин, круто, все дела. Так, там еще один какой-то блюпринт. Даже не один, даже три. Ни хрена себе. Что у нас здесь будет? Есть стыковочная шахта. Фух, слава яйцам. 14% воды. Стыковочная шахта. Стыковочная шахта. Слушай, Альбатрос, а глубинный модуль что, перенесли отсюда? Он же здесь был в предыдущем патче, разве нет? Глубинный модуль на этого, на циклопа. То есть, как он там? Модуль компенсатора давления на циклопа. Он разве не здесь был в прошлые разы? Я помню, что давным-давно-давно-давно, где-то в сезоне в первом, во втором, в третьем он тут изучался, это факт. Но разве его в предыдущий раз сюда не перенесли? Хайпипл, ты чё, Шак, снова начал игру? Да, вышло большое обновление в Субнаутике, и игру надо начинать заново. Иначе у тебя может все поломаться. Не факт, 100% что поломается, но может. Глубинный модуль у Гранд Рифи понял, Альбатрос, окей, спасибо. Приятный мне человек, который может посоветовать, что и где изучать. Чтоб самому банально мозг не ломать и не вспоминать. А потом не плавать и не изучать все попеременно. Все попостоянно, вот так вот. Так, теперь что мне надо? Мне надо сейчас будет добывать как можно больше металлолома. Литий у нас есть и как можно больше кварца. Возможно, стоит сгонять на безопасное кварцевое плато. Возможно, чтобы добыть как можно больше кварца. И даже где-то на начало Блодкелпа на... Да знаю, я знаю. Сейчас будет 9%, сейчас у меня ХП начнет уменьшаться. Угу. Или они уменьшение сделали с нуля только? Что-то странно, ХП не уменьшается. Так, мы прибыли на место. Это не может не радовать. Жрать! Жрать! Так, отять. Омнем-нем. Ей! Состояние стабилизец. Фух! Ух, обожрался. Нормально. Жив цел драконь. Так, найс. Что в итоге я добыл? Я добыл два яйца существа, которые мне пока что нафиг не сплющились, но тем не менее в грибной биом я больше не поплыву, а там они добываются только там. Вот так вот скажем. Поэтому как бы пусть... Не, не только там. Можно еще в пещеру грандрифовые сплавать. Но там есть мозголюбы, мозгокрабы, поэтому ну их нахрен. Так, найс. Плюс к этому. Сейчас я имею возможность строить много и всякое. Так. Во-первых, верстак. Надо. Во-вторых, заряжатель энергоячеек. Надо. В-третьих, вот она, личная комнатка мотылька. Надо. Титановый слиток из 4. Блин. Модификационная станция. Два компьютерных чипа. Надо. Сколько мне надо компьютерных чипов на улучшение мотылька? По-моему, 7 компьютерных чипов. Надо. Пипец, короче. Альбатрос заменяет внутриигрового советника, да. Здесь каждый месяц глобальное обновление. Ну, Роман, не сказать, что прям каждый месяц, они не фиксированы. Если ты играешь в экспериментальный билд, то у тебя обновление, я не знаю, хоть каждый день на самом деле. Если ты играешь не в экспериментальный билд, то у тебя обновления, ну, вот эти вот глобальные, выпускаются, как только они будут готовы. То есть они добавляют по чуть-чуть, потихонечку в экспериментальный билд всякого. Мы это, собственно говоря, тестим, те, кто на экспериментальном билде сидят. Даем баг-репорты, ну, вот как я сегодня давал, да, по поводу вот этого куска Аврора, который в воздухе висит. Они исправляют баги, смотрят, что все нормально, и выпускают, собственно, один огромный патч. Уже нормальный, да, без багов, ну, практически. Вот. Основная часть игроков начинает им наслаждаться. Они отдыхают где-то день или два, по-моему. И начинают работать над новыми фишками, примочками и так далее и тому подобное. То есть они снова начинают в экспериментальной версии делать обновления. Мы снова эти обновления тестим. Ребята, которые на эксперименталке сидят. Снова баг-репортим. Они все это дело проверяют и снова выпускают большое обновление. Такие пироги. Короче, прикольное развитие. Мне нравится, на самом деле, очень так.
Что нового есть? Смотри, Аланир, значит, нового в общей большой версии что? Они презентовали моба трехнового в Гранд Рифе, которого мы с вами видели уже. Они презентовали заряжатель энергоячеек, который я тебе уже показал, да, что он у меня есть. Есть заряжатель энергоячеек, есть заряжатель батареек. Вот он, это энергоячеек. Вот, они презентовали постель, которую наконец-то можно изучить. Но, к сожалению, на ней ночь пока что не скипается. Хотя я очень надеюсь, что будет. Я очень реально на это надеюсь. Так, здесь чисто кварц. Вот отсюда надо силикон забрать. С батарейкой поместить их сюда. Так, что они еще новенького презентовали, вспомнить бы. Что-то еще новенькое было. Я не помню, честно говоря, что. Возможно, Альбатрос тоже лучше знает меня. Что-то они еще новенького презентовали. Короче, проще всего посмотреть на Ютубе видео. Если вы хотите, я могу его вам скинуть. Собственно, это видео как раз, которое отсылается на почту всем, кто подписан на обновление Субнаутики. И как только они выкатывают большое обновление... А, газовые торпеды для Металька. Вот, точняк. Как только они выпускают большое обновление, они, собственно, такой видеоотчет небольшой делают. Просто монтажик всего нового, что появилось, да? И каждому на это присылают на почту. Видео на Ютубе. Вот. Так, что я хотел сделать? Я хочу сделать антирадиационный костюм. Вот что мне надо. Два сетчатого локтя, два свинца. Два свинца есть, два сетчатого локтя. Сейчас будет. Ать. Оп. Нет. Ать. Оп. Найс. My God, that amazing. Спасибо за фоллоу. Так, сетчатое волокно. Иди сюда. Ты за Орду или за Альянс? Я за Альянс. Могу вот продемонстрировать. Так, два сетчатого волокна есть. Два свинца есть. Знаете, костюмчик есть. Отлично. Ну как, планшет с историей подкинули в куски Авроры. Не, ну планшеты с историей. Да, кстати говоря, можно почитать те планшеты, которые я еще не читал. А, изготовитель имеет использование для вашей безопасности. Эти настройки нельзя изменить. Так, это не то, да? Загружен данные, выжившие журнал операции, общедоступный документ. Отзыв за сотню Альтера. Я слышал, где дети... Фрэнк сказал нам, я слышал, что есть миры, где дети до сих пор учатся по книгам. Они идут в класс каждый день, они запоминают вещи, потом они должны снова написать эти вещи ниже в выделенном пространстве. Или миры, где... Всем надо быть художником. Какая польза учить рисовать того, кто собирается работать в области человеческих ресурсов? В мирах Альтерра психометрическое тестирование и специально ускоренное обучение открывает большинство талантов у всех. Хм. Макс Зоинков. Я начинал в маркетинге для системы выживания Альтерра. Это была хорошая работа, но я думал, что я мог бы стать лучше. Я создал свою собственную компанию, которая разрабатывает на заказ код для системы спасательных капсул на линейных кораблях. Я вошел в состав Альтерра 10 лет назад. Теперь я состою в совете директоров и не оглядываюсь назад. Джордж сказал, обычный день для меня начинается в 10 утра. Я живу в управляющем жилище на Терре 17. Хм... Так что все, что мне нужно, находится. Все, что мне нужно, находится от меня в 5 минутах. Я, естественно, чуткий человек, поэтому я устроился на работу в качестве компаньона. Я провожу дни, посещая клиентов, общаясь с ними, узнавая о них, обращая их внимание на то, что. На то, в чем каждый человек нуждается и заслуживает. Как и большинство людей в мирах Альтерра, я достаточно удачлив, чтобы заработать себе на жизнь, делая то, что мне нравится. Каз говорит, нам повезло, мы свободны, у нас есть вакансии, есть трансгосударство, где все делается с помощью роботов, вы знали? Джейми говорит, забавные вот эти, это кусочки лора, Альтерры. Джейми говорит, я разрабатываю искусственные миры, включающие некоторых из самых популярных заводских настроек. Я делаю и знаю то, чего люди действительно хотят. Им хочется азарта, приключений, нового впечатления, стать тем, кем они хотят быть. Моя работа заключается в том, чтобы это происходило. Есть люди, которые говорят, что мы тратим слишком много времени, убегая от наших жизней, и уделяем недостаточно времени, чтобы сделать их лучше. Эти люди, как правило, находящиеся и вне, извне пространства Альтерра. Какая-то утопия, что ли. Шак, это игра типа Майнкрафта? Бенюэлл, сложно сказать, это песочница. Это игра типа развлеки себя сам, почти как Майн. Понимаешь, только Майн, он факт, он законченный, ну более-менее, да? И там возможностей гораздо больше. А эта игра, альфа-доступ еще, и она разрабатывается, она в процессе.
Ну и они немного отличаются сеттингом. А по сути, ну не сеттингом, ну да, сеттинг, не, все правильно сказал. Вот, а по сути, да, они весьма похожи друг на друга. Человек просто любит синий цвет, типа того. Да, я такой находил. Альтера — это, походу, космическое государство, корпорация. Альбатрос, мне кажется, что Альтера на самом деле это не то, что космическое государство, корпорация. Это... Как тебе сказать? Учитывая, что они вот могут создавать, типа, искусственные миры свои, мне кажется, что это... как тебе сказать? Это не государство, это... Конгломерат созвездий, что ли? Я не уверен, что это единое государство, да? То есть... Оно может как Америка, разделено на штаты быть, просто называется как США, вот это Альтерра. Но мне кажется, что этот конгломерат, он реально разделен на несколько созвездий. И когда мы уезжали на Вроле, собственно, копать... Копай! Вот, и нас подбили. Это произошло за пределами пространства Альтерра. Вполне возможно, что у них есть враги, которые нас подбили. Черт его знает. Здорово, Делориан. Сейчас, ребят, секундочку, нас надо выбить. Так, что тут еще есть? Обзор дальнодействующего корабля «Аврора». Миссия установка в фазовых... О! Миссия. Это уже не копание. Хрен там, говорю. Смотрите, как интересно. Раньше это был шахтерский корабль. Теперь это установка фазовых ворот на границе Ариадны. Время работы 3 года, экипаж, лица командного состава 23, команда инженеров 85, команда обслуживания 40, пассажиры 9. То есть нас не тысячи на борту были, нас 200 человек на борту было, даже еще меньше. 150 человек на борту всего. На таком огромном корабле всего 150 человек. Странно. Оборудование, ионный привод на темном теле, инженерная техническая секция класса, включающая пилотированное оборудование. Жилой отсек объем 0,23 квадратных километра, кубических километров для хранения добытых ресурсов. Жилая секция с оборудованием для класса С+. Забавно. Это по поводу двухместной капсулы, которая полтонны весит. Радиус бесперебойной работы 250 километров. Забавно. Солнечная энергия, настенный изготовитель, несколько выходов. Бортовой воздушный тормоз, плавсредство и толкатель для сухопутной, морской или космической корректировки направления движения. Забавно. Я не думал, что он двигается. Кстати говоря, его можно починить, попробовать. Анализ подтверждает, что эти обломки с Авроры. Но уже... Ну да. Забавно весьма. Выжившие из Дегази — это то, что мы находим на острове непосредственно. Это мы все уже читали. А вот новые, да, весьма забавно они историю свою повернули. Странно. Выживший из Дегази, глянь, добавился или подраздел? Нет, тут три выживших из Дегази, которые мы на острове читали, и Паул, который исполнительный директор. Вот. Я это все уже читал в прошлые разы. Фишка в том, что новые журналы должны добавляться на островах. Я так полагаю, что второй остров не хухры-мухры, не просто так он сделан. Он еще будет как-нибудь оборудован. Плюс подводная база, которая в деле Fish Caves. Спустя сутки пота и крови медленного интернета я так и запустил майн. Я тебя поздравляю, Делориан! Молодец! Поисково-спасательная операция Альтера, вон. В смысле? Оу! А чё я не за... Сориан. Да, слушай... Чё, Ариан... Так... Поиски спасения. Маргарет Майда. Ну-ка... Да, это Маргарет, это наемница, которая. Внештатный наемник, родился в Монгольской империи, опыт на ближнем бою, служил в Монгольской... с позором уволен за 15 лет назад, за отказ от выполнения миссии. В отчетах говорил, что Майда была нанята, чтобы сопровождать Паула Торчелла на борту Дегази в неизвестном... неизведанном космосе и защищать корабль в случае нападения пиратов. Окей. Пока что это ничего не дает. Но, тем не менее, мы принадлежим Альтере, да, это факт. My God, is that amazing. Спасибо за фоллоу. То есть факт, что мы работаем на, видимо, корпорацию Альтера, и нашей задачей было уже не копать ресурсы, мы уже не шахтеры, ни хрена. Нашей задачей было построение каких-то ворот, то есть мы строители. Причем неизвестно где, на каком-нибудь гребаном космосе, например, вон там. Может быть, эту планету вообще обитаемой сделают. Я не знаю, какие у них планы, они добавили эту планетку явно не просто так. Может быть, можно будет сделать какой-нибудь портал, например.
вспомним игру Portal. И телепортироваться на ту планету, например. Вряд ли можно будет делать какой-то космический корабль, правильно? Но, блин, это же неспроста. Черт его знает, что они хотят сделать на самом деле, потому что пока что надо управиться вот с этой планетой всей. А то там, где можно заплывать, что-то это как даже на планету не похоже. Так, чуть-чуть, кусочек суши. Дегазет, какой-то корабль тоже, который потерпел крушение. Да, Уга, и он потерпел крушение намного раньше нас. То есть заброшенную базу, которую я нахожу на первом острове, и Jellyfish Caves, это выжившие из Дегази построили ее. Так, здесь у меня биореактор еще не работает. Так, теперь чем? Окей. Верстак. Два титана, комплект проводов, компьютерный чип. Окей. Так, верстак. Шлеп. Так, серебро у меня должно хватить, да? Вот комплект проводов, вот компьютерный чип. Мне надо смотаться на кварцевое плато. Без кварцевых плато уже прям вот совсем тяжело становится. Кварца вообще нет. Так, компьютерный чип есть. Еще серебра добыть. Это уже в красном биоме делается. Комплект проводов. Есть ли здесь крайний что-то в этом роде? Здесь есть то, что зона дюн, о которой я говорил. Это крайняя зона. Она длится буквально метров 100, 200, 300. И сразу после нее идет, короче, пропасть в никуда. Она абсолютная. То есть совершенно абсолютная пропасть. Зона дюн фактически является краем. Если интересно, ребят, давайте я сделаю так сейчас. Субнаутика Вики, иди сюда. Сейчас, биомы. И, собственно, так. Такс. Вот, ребят, карта, посмотрите. Это полная детальная карта того, что располагается непосредственно в субнаутике. И как здесь все располагается. Абсолютно полная карта. Ее фанаты уже банально составили. Потому что общепризнанной карты нет, да, ее нельзя сделать в игре и так далее и тому подобное. Поэтому фанаты составили банально свою. Я, кстати, думаю, что я все-таки себя немножко того самого, блин, комплект проводов. Я хочу себе ласту зарядки. Ласты зарядку. Я уже понял, что действительно ласты зарядку, видимо, понадобится. Хотя, учитывая, что у меня сейчас будет заряжалка своя, то хрен его знает. Надо сначала попробовать. Два титана, стекло, медный проволок, компьютерный чип. Стекла не хватит. Да, поплыли в кварцевое плато. Сохранимся. Пожрём. Пожрать это важно. Кусать очень важно. Так. Омнём-нём. Я возьму с собой на всякий случай лазерный резак. Потому что черт его знает, что они еще добавили. Если я по пути встречу, внезапно совершенно встречу еще одну часть. Аврорную, будет очень прикольно. Но нам сейчас надо в кварцевый плато. Кварцевое плато располагается... Так, Аврора, остров там, кварцевое плато там. Самое забавное, что Монголия в этой вселенной так нехило смогла в космос. Следует из досье на Маргарет Майда, которая нашел шаг. Монгольская империя, то есть... Альбатрос, я думаю, что Монгольская империя это что-то вроде штата Альтерры. То есть, ну блин, банально это очень-очень-очень далекий год, поэтому неудивительно, что она смогла. Вполне может быть, что это даже альтернативная версия завоевания Чингисхана, когда он таки покорил всю землю. И просто с ним пришлось потом считаться. Черт его знает. Если они будут эту тему развивать, да ок, я не против узнавать такую лор, это реально очень интересно. Можно будет построить Гладос, да, Дост. Вот только от этой мрази здесь не хватало, вот честное слово. Так, тепловой след указан, значит, безопасное плато, безопасное плато, говорю, кварцевое плато, да, оно где-то вот оно. Оно где-то вот. Так, хорошо. Я здесь в основном, конечно, за кварцем. Я могу медь еще подобывать, это не суть важно. Но в основном я, конечно, здесь за кварцем. И изучить что-нибудь. Интересно, кстати, что мне для изучения тут осталось. А, заряжатель энергичек, я его уже изучил полностью. Мне нужен сейчас заряжатель батареи, который изучается в красном биоме непосредственно. То есть вот на безопасном кварцевом плато вы изучаете заряжатель энергичек. В красном биоме вы изучаете зарядку батареек обычных. Так, ладно, вот первый кварц. Что-то, по-моему, здесь кварца меньше стало. Не, не меньше. Кажется, нормально все. Еще можно туда... Вы, кстати, сейчас-то музыку слышите фоновую? Просто вот этот вот... мотив. Или нет? Я же вроде громче сделал, вам должно быть слышно теперь. Это не тот звук, да? Если вы слышали этот стук...
Вот это вот звуки кварцевого плато, которые меня всегда очень радовали. Получается мирно плавать в каком-то, знаете, неизвестном месте прям. Которое мистикой окутано. И прям музыка этому способствует. Очень классно. Да, слышим? Окей, привет, давно играешь? С 12. Почти 2 часа. Ну как, номинально 2 часа, а непосредственно Subnautica с 12 было. Такс. В принципе, кварц я надобывал. У нас либо затмение, либо ночь. Не затмение, у нас ночь наступает, окей. Ну, ночь на кварцевом плато-то, а, ё-моё. Да, наступает ночное время, ни хрена не видно. Да знаю, я знаю. Сейчас. Подожди немножко. Мне чуть-чуть осталось доплыть. Сейчас она еще про 10 секунд начнет трепать, если я не успею. Не, нормально. Так, свет. Собственно, надо продолжать еще искать. Заметьте, вот пока солнце светит, это красивое такое прям немного желтоватым светом место. Наступает ночь, и место становится весьма стрёмным. Может быть, даже более обычным, да? Но... Вот песчаная акула, например. Привет красному биому. И они спокойно могут быть в кварцевом плато. Им ничего не запрещает здесь плавать. Просто переходящие биомы. Там какой-то блипринт лежит. Мне он даже интересен. Так. Шарик безопасности. Заряжатель батарей. Да, это переход к красному биому и... Отлично, изучено. Заряжатель батареи теперь у меня тоже есть. Кстати говоря, мне кажется, что я уже переходил. Ну, то есть музыка закончилась, да? Мне кажется, что я границу пересек и, мол, попал в красный биом. Самая классная музыка, которая здесь есть, которая вот реально, которая реально волнующая, вот так вот можно сказать, это музыка Bloodkelp'а на самом деле. Она меня радует больше всего. На втором месте вот это вот. Она наиболее мистическая, пожалуй. Тут по-другому хрена пишешь. Так, еще кварц. Отлично. Сколько? Ну, более-менее кварц уже накопал. Нормально. Надо, кстати, посмотреть. Вот я все еще на спрейс-рифе. Вполне возможно, что это уже гранд-риф идет. Учитывая, что я погружаюсь. И вот она. Очень четкая граница переходная, да? Здесь вообще границы переходные на самом деле весьма четкие. Но нет, я все еще в спрейс-рифе. Окей. Я думаю, что чем дальше погружается, тем больше вероятность того, что я просто в гранд-риф попаду и все. Так, и водоочистную станцию я тоже изучил. Найс. Пускай будет. Вот пока я не привык к этому звуку, New Blueprint, только бдвв, тебе в уши. Господи, как стрёмно было новые фрагменты изучать. Я как вспомню, что я в Гранд Рифе всего боялся, и мне в уши такие ба-бам, ты изучил блюпринт. Я такой, йоу. Да. Такс, сюда идем. Привет. Так, помнишь меня? Вряд ли. Ты вообще с салатовым ником, я даже не знаю, как тебя зовут. Я не могу прочесть этого. Такс. Хорошо, здесь мы все вроде поизучали. Сюда вниз я плыть не буду, банально у меня мотылек сейчас не прокачан, это раз, а во-вторых, мне медька не настолько, чтобы сильно нужна, я ее добыл из труб. Я даже не все трубы на безопасном плато еще прочистил, чтобы медь добывать уже непосредственно здесь, да, то есть и соль мне здесь не нужна. Раньше бесконечным источником соли было, когда вот с водой были проблемы, до того, как добавили растения на острова. Растения добавили, вообще никаких проблем теперь нету, вообще ни с чем, ни с едой, ни с водой. Рыбы, зачем тебе рыбы? Вода, водочная станция, нахрена? У тебя есть всегда растения. Сожрал десяток другой плодов и все, тебе вообще весьма ок. Так, водочная станция еще, окей. Вот это красиво выглядит, согласитесь, просто безумно красиво. Я думаю, кстати, у меня место есть? Есть. Я думаю, я сейчас поплыву и добуду себе глазастое растение, несмотря на то, что меня сейчас шипастое растение будет атаковать. Привет шипам. Сейчас я покажу, какое шипастое растение и как оно атакует. Так.
My God, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Оу, его отсюда убрали. Забавно. Шипастое растение раньше располагалось непосредственно здесь, в этой кучке. И оно в меня стреляло постоянно, как только я пытался добыть. Его убрали отсюда. Так, может оно здесь теперь? А, да, вот оно. Вот это вот шипастое растение. И оно вас начинает атаковать. Вот, видите? И снаряды, которые моментально блокируются у него. Вот он, вот эти снарядики. Вот эти вот. Но фишка в том, что это шипастое растение такая мразь, что она наносит урон гораздо больше. И стреляет эта сволочь очень метко. Я помню, я сюда приплыл без стазиса винтовки, такой, что это за растение? Ай. Как часто игра обновляется? Это парни... Эти же парни обновляют Natural Selection 2. Обновляется она очень часто. Я знаю, что Natural Selection 2 вроде как обновляется вообще весьма редко, если вообще обновляется, да? Но Subnautica, если ты в экспериментальном, на экспериментальном билде сидишь особенно, обновляется каждый день практически. Они недавно, вот буквально, они выпустили большое обновление, у них сейчас будет перерыв, и дальше снова будет обновление в экспериментальной версии. И если ты на ней сидишь, то ты обнову можешь каждый день, естественно, видеть. Если нет, то здоровые обновления, которые уже проверены, то есть большие официальные, они выходят, ну, может быть, раз в месяц, в два, в три. Зависит от того, насколько много всего они делают. Кушаку Альянс. Здорово, Лон. Я Санни Плей, окей. Надо подкинуть разрабам идейку с истощаемостью почвы. Альбатроса, может, не надо, а? Ты лучше разрабам идейку насчет портала подкинь, чтобы можно было вон на ту планету высадиться, а та планета вообще без воды. И, короче, ведро, и Майнкрафт, вот. Ты просто заселяешь водой планету целую. Туда-обратно, 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 туда-обратно. Так, шикарно. Кварцы мы себе добыли, not bad. Так, я беру себе два титанчика и, собственно, начинаем классику, так сказать. О, кстати, заряжатель батареек, забавно. Выглядит просто очень стильно, я бы даже сказал. Стильно, модно, молодежно. Так-с. Оп. И, собственно, шлеп. Да шлеп, я сказал, ну. Вот. Глазастое растение теперь у нас здесь будет сидеть. Шик. Так, дальше что у нас есть? Дальше у нас есть... Блин, здесь немножко не подходит эта стена, потому что здесь должно быть окно. Хотя окно должно быть там, где я ставлю стол, а стола здесь не будет, поэтому окно, скорее всего, будет там, в комнате. Окей. Так, заряжатели. Заряжатели интересно, как выглядят, интересно, как... Хм. Ставятся они только на стены, видимо. Я понял. Ну, хотя бы их можно в любое место на стене поставить. Сюда можно? Нет, только на такие стены. Но в любое место, то есть не обязательно по центру. Это весьма ок. Допустим, сюда... компьютерный чип, медная проволока, стекло. Так. Стекло. Раз, два. Компьютерный чип. Раз, два. Раз. И раз. Серебро последнее, блин. Свинец надо пихнуть сюда обратно. Ля-ля-ля-ля. Два титана. Ать, оп. Медная проволока. Ать, оп. Так, крафтим теперь. Значит, медная проволока. Есть. Компьютерный чип. Есть. Стекло. Есть. И, скорее всего, силу земли. Да не, порт, да брось. Может, все-таки не надо? Здорово тебе, кстати, да. Вроде здоровались. Ну да ладно. Ку, привет, Орда. Здорово, реверсер. Ах ты изменник. На кол изменника. Ребята, обеспечьте кол изменнику, реверсеру. Здорово, Дример, тебе. Так, какие же скрафтили все необходимое? Теперь что? Теперь что? Опять нос, блин, забит. Ужас какой-то. Секундочку. Так. Заряжатель энергоячейк готов. Что мы делаем? Мы вытаскиваем из лити энергоячейку. Шлеп. Шлеп. Так-с. Извини, лит, я в тебя вставлю энергоячейку чуть попозже. И, собственно, допустим, вот так вот. Оу, как прикольно. Хм. Слушай, Альба, а у тебя уже есть циклоп? Скажи мне. Насколько рентабельно заряжать энергоячейку на циклопе? Хм. Хе-хе-хе. Спасибо, ребят, за кару изменнику.
Привет, здорово. Здорово, Дота Смотр. Его жизнь принадлежит Орде. Окей. Сначала на кол, а потом Орде. Мне Реверсер в ПМ пишет, но это не кол. Реверсер, ну подумаешь, это Флюги Генхаймен, или как он там называется. Чуть-чуть перепутали. My god, it's that amazing. Спасибо за фоллоу. Это, кстати, в ПМ не работает, и тебя размутали. Бженко? Здорово тебе. Так, есть, конечно, да? Окей. My god, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Ее не забанили, его замутали порос. За изменческие настроения здесь. Потому что он был за Альянс и тут же пошел за Орду. My god, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Да шутим, ребят, шутим. Реверсер все-таки с нами давно, он вполне себе понимает такой юмор. Так что все нормально. Я снова за Орду. Опять изменник. Здорово, Дарфуфкин. Нафига на нем заряжать энергоячейки? Они долго заряжаются, а на это дело энергии расходуется достаточно много. Так я как раз... Здорово, Эрлекс. Я как раз Альбатрос и спросил про рентабельность. А то мало ли. My god, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Мне нужен компьютерный чип, мне нужно еще одно серебро. Так, какие же ж? А, энергоячейки заряжаются. Ну, кстати, да, вынужден признать, заряжаются они, блин, в натуре очень долго. То есть надо... Сколько? Раз, два, три, четыре, наверное. Ну, может быть, три. Три просто заряжалки энергоячейки сюда поставить и просто энергоячейки по КД заряжать. Потому что, блин, что-то в натуре долго. Так. Так, ладно, мне скучно. Что мы сделаем? Мы сделаем сейчас... Так, мы найдем себе грибов. Если тебе скучно, найди себе грибов. Почему бы и нет? Так, ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас я скрафчу просто банально еще одну энергоячейку. Пока одна будет заряжаться, я вторую буду пользоваться. Аллилуйя. Аллилуйя. Так, медь. Раз, два, три, четыре. Раз, два. А, у меня здесь есть батарейка. Тау! Ну ладно. Так, раз батарейка. Два батарейка. В мотыльке от солнца быстрее зарядка. Если у тебя уже есть возможность вставить модуль энергозарядки, тогда да, это факт. Но у меня-то нету личной кнопки лити и возможности в нее вставить различные модули. Ты играл в Overwatch? Да, конечно, играл. Хорошая игра. Ой, даже если рентабельно, то все равно это как-то мелочно. Я на базе зарядников понаставил, я просто беру про запас энергетики сверху. Не, ну, Альбатрос, это логично, я же не спорю. Просто вот-вот еврейские корни оптимизации мне не дают покоя. А может быть, рентабельность весьма высокая зарядки энергетики непосредственно на циклопе. Так. О, кстати говоря, даже энергетики теперь вынимаются, это забавно. То есть, раньше внешний вид вообще никак не менялся. Сейчас видно, что энергоячейка отсутствует. Но мне ни разу не удается полностью выработать штатный комплект энергоячейки циклопа за один заход. Ну, мало ли, смотря сколько плавать, Альбатрос. То есть, смотри, сначала я плыву в лавовый биом, из лавового биома на Аврору. С Авроры в Куш-зону, из Куш-зоны на второй остров. И по идее расходник уже достаточно приличный был. У меня на лавовую зону из расходов, короче, оставалось, по-моему, 38, что ли, процентов зарядки. То есть, как я от Гранд-Рифа проплыл лавовую зону и выплыл к Авроре. Вот. Так что, я думаю, такое себе. Я хочу еще один баллон. Блин, я верстак же сделал, твою налево. Титан, иди сюда. Что-то я протупил достаточно прилично. Я же сделал верстак. Первое, что вы делаете, когда вы делаете верстак после этого, да? Вы улучшаете себе баллоны и ласты. Ласты мне сейчас не надо улучшать, у меня банально серебра нет. А вот баллоны улучшать, это, блин, святое. Кислородный баллон повышенной емкости. Ребят, напомните название анимы про Ояж, Меганяшку, список контактов, телефона, 12 человек, которые должны друг друга убить, ни хрена себе порс. Ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Я что-то такого... Не, ну, возможно, анимешники здесь, конечно, есть, они это поймут, но... Я что-то по описанию такого даже мимо ни разу не видел. Так, лазерный резак у меня есть, окей же... что я хочу? Серебро я хочу, вот. Мне надо в красный биомчик и, собственно, серебрец искать. Кто-нибудь знает, в эту игру не планируют коп давать? Планируют. Эта игра будет с кооперативом. Возможно, мультиплеер, возможно, кооп. Это неизвестно. Но в любом случае, коопный режим в этой игре точно будет. Просто он будет очень нескоро. Он будет, это факт. Разрабы это обещали на момент запуска. Они не смогли это сделать на момент запуска. Они обещают это позже. Но, как бы, очень сильно обещают. Банально, если они не сделают, разработчиков, ну, без преувеличения, на самом деле, четвертуют. Потому что Субнаутику ребята поддерживали и покупали ее изначально, вот именно ради возможности поиграть в несколько человек. Все вспомнил дневник будущего, окей, Порс. Так, здесь у нас ни хренашки нет. Это просто можно вот эту дверь запечатанную распилить просто для того, чтобы. Видимо. Хотя, может быть, я ошибаюсь, может быть, там секретная дырка. Ну, судя по всему, на самом деле нет. Вот он вход. А, нет, там секретная дырка вот в эту сторону. Хотя... Не, ну можно попробовать, да? Я, собственно... Ой, сорян, лич. Я не очень сильно от лазерного резака зависим. Что-то я лить и пузико почесал об землю. Что-то как-то не ок. Так, лазерный резак, иди на 2. Жалко, вот отсюда никакие модули нельзя вытащить. Блин, это обидно от слова совсем. Но почему они не сделали возможность оттуда модули вытаскивать? Так, прикройте глазки. У тебя есть очки в виртуальной реальности? Нет, нет, они очень дорогие. У меня вообще денег нет на это дело. Там денег-то на пожрать иногда нет, а на очки виртуальной реальности тем более. Так. А вдруг там планшетик лежит? Ну вот, Альбатрос, сейчас проверим. Левая дверь, она на выход. Просто Авроры полутал сундучков, и надо было 5 халявных энергичек. Вот ты халявный везунчик, а? Слушай, мне во вроде только вода и сигналы доставались. Так, ну-ка. Так, во-первых, здесь, как обычно, все та же фотка, которую любил весь корабль. Стул. Следы. Не, здесь ни хрена нет, Альбатрос. Здесь даже планшетика никакого нет, что обидно. Здесь просто пустые коробки, вот и все. Вот же зараза, а. Ну могли бы что-нибудь добавить-то, ну ё-моё. Ладно. Зато заметьте, насколько она светлее выглядела до того. Ну вот как я в нее пришел. Сейчас она по-прежнему. А, это затмение. Я понял. Это либо затмение, либо ночь. Так, ребят, секундочку. Надо чувака из друзей удалить. Я слежу за своим кислородом, не волнуйтесь, я вижу его. Ну, Steam, давай грузись. Удалить из друзей. Удалить. Та-дам. Так, продолжаем играть. Окей, теперь надо выйти аккуратненько, чтобы литью не почесать ни обо что. Так, на. И, собственно, я сюда приплыл за серебром. Надо свое желание серебра выполнять. Сейчас будет много погружений туда-сюда обратно в поисках серебра. Я надеюсь... Блин, известняк. Ага, я надеюсь, что серебра я добуду приличное количество, конечно. Сказал я и разбил известняк. Так. Здесь еще 3, вроде как, я вижу. Так, где-то здесь вроде как. Или это песок опять меня обманывает? Песок в этой игре такая зараза, так любит обманывать. Известняк. Так, это у нас что такое? А, кстати, я же толстяка не изучил до сих пор. Ё-моё. Толстяк, иди сюда. Как хорошо, что он добрый. Это реально очень большой и очень мирный моб. Вы представляете, что со мной было, когда я в первый раз услышал? Вообще забей. А на деле он такой доблый. Доблый-боблый. Оп. Об меня всякие пиявки бьются.
Блин, классный, вот реально классно проработанный рифоспин. Огромная херня. Он даже дышит, вот видите. Прикольно так. Ну да ладно. Так, хорошо. Серебро, серебро. Мне так нужно серебро, серебро. Так, здесь вроде как три, возможно. Лево, право, лево. Блин, известняк, да как ты достал уже, ну ё-моё. Почему? Почему на сотой глубине сплошной известняк? Вот, песчаник, наконец-то. Так, здесь известняк пошел нафиг. Так, здесь у нас что будет? Здесь будет еще одна, по-моему, сверху. Песчаник, отлично. И песчаник шик... Да золото твое. Вот сейчас золото начинает быть мусором. Сейчас золота у меня очень много у себя, да? Поэтому такое. Здорово, пасбрекер. Экономить батарейки сейчас, когда они перезаряжаются. А я режу любую дверь, что вижу, чтобы отметиться, что я тут был. Не, Альбатрос, я как бы не против, но у меня же заряжалки батареи до сих пор нет, правильно? Если будет их парочка, троечка, четверочка, тогда ок. Жалко не будет, просто у тебя куча батарей, которые на зарядке стоят по КД, да, и ты их банально меняешь. Но опять же, это все делается на базе, база, блин, далеко и так далее и тому подобное. И другие отговорки, которые... Вот. Так, песчаник, отлично, серебро. Так, это песчаник. Песчаник, серебро. Здесь что-то тоже было. Ага, вот. Так, давай, 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 давай. Оп, найс, успел. Так, известняк. Хотя медь пойдет. Вот медь из известняка, это весьма норм. Все остальное как-то мягко. И золото еще, фу. Фе. Ладно, сколько у меня серебра? 4 пока что всего. По-моему, меня сейчас будут за жопу жрать. Хоть? Не, не будут, я успел, нормально. Так, дальше у нас что будет? Прогрузки, прогрузки. Так, вот здесь вот был кусок Авроры раньше. Его просто банально не стало. Причем он был здоровым как раз. Да. Это... Альбатрос, ты посмотри. Они еще один кусок убрали. Тот самый здоровый, на который я всегда охотился. По которому я ориентировался. Который правее находится. Так ведь? Да, он правее моего дома находится. Они его тоже разрушили. Пипец. Ну, либо они его перенесли. То, что я говорил. Вот этот новый обломок, все дела. Возможно, они его перенесли. Но по сути-то, блин... Они разрушают старые обломки и добавляют новые на их место. Это очень странно. Как будто с каждым патчем проходит еще один год, и за этот год обломки разрушаются. Ну ладно, хотя бы торговый автомат я сейчас изучу. Здорово, чат, а также шаг. Здорово, Неклюш. Неклюшин. Не? Ау! Пиявка, блин. Ладно, я могу сделать так. Оп. Так, можно ли уже изучать? Мне интересно, фрагменты экзоскелета. Надо руку опять пощупать, попробовать. Сегодня малюсенький патч с утра на субнаутику был, поэтому черт его знает. Надо пощупать, попробовать руку. На предмет изучаемости. Так, здесь больше банально ни хрена нет. Так, где мой мотылек? Мотылек, иди сюда. Хотя я вот ту еще сейчас не изучил. Что у нас там? Что-то, по-моему, меня кто-то сожрать хочет. Ау! Да, это пиявка была. Я, кстати, блидера до сих пор не изучил, но эти пиявки. Ну, то бишь, не просканил. Ну да ладно. Так, здесь у нас... Здесь у нас дверь есть. И все. Ау. Инвентарь пол. Мяу. Стоп, как инвентарь пол? А, я же... О, господи, я 4 куска титана добыл. Мне интересно, у меня 4 серебра пока хватит или нет? Это хороший вопрос. Мне бы по-хорошему побольше титана, говорю. Серебра все-таки надо. Медь я тоже так себе, когда из прожекторов заброшенных батареек вытаскивал. Ну, Альбатрос, мне меди всегда мало. Ну, ты знаешь, да, я батарейки использовал просто в огромных количествах. Энергоячейки, поэтому мне меди вот всегда не хватало. Может быть, зарядка действительно тоже станет таким полумусорным материалом, но, блин. Пока что очень важна все-таки медька.
Так, допустим, я здесь что-нибудь посмотрю. Я радиационный костюм сделал? Сделал. Точно делал, точно помню. Так-с. Эти, на прокопку. Вот так вот. Правда, там песчаная акула есть, конечно. Я, пожалуй, даже отсканю и уничтожу. Ту-т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 у. Уродливая. Просто жуть. Но сделано хорошо. Так, спать. Не. Че, идиот какой-то зашел? Да ладно, даже на субнаутику? Бывает. Да. Я думал, вы сжечь еретика говорите. Я как раз рыбу уничтожаю, эту песчаную акулку. Оу. Это я вовремя сделал. Оп, минус блитер. Дна. Так, где-то здесь что-то надо было изучать. А вот и акулка. Привет. Ты куда? Сейчас я ножом немного почешу, секунду. Так, почесали еще одну рыбку. Прикольно, что трупы теперь не всплывают, а остаются на земле. Банально ты видишь, знаете, такая братская могила, там, где у тебя бойня была. Известняк, иди в задницу. О, песчаник. Найс, серебро. Я тебя слышал, сволочь. Просто вот это, блин, моментальная реакция в субнаутике, спасибо КС-ке, просто невероятно помогает. Звук услышал подозрительный, тут же назад оборачиваюсь теперь. Просто моментально. Не типа, я, кажется, что-то слышал, не посмотреть ли мне назад. Нет, обернуться, выстрелить, потом уже спрашивать, что я слышал. Блин, сплошной известняк. Ладно, погнали домой. Инвентарь полон от слова совсем. Поэтому, в принципе, можно уже домой проплыть и посмотреть, что я в итоге надобывал себе. Ж. Квадрат, блин. Ну, Аризанов, святой инквизиции есть за что тебя сжигать. Тик-тик-тик-тикер, чиркает зажигалка около Аризанова. На реверсе взяли ведро воды. А ты че реверсер ведро воды берешь? А то смотри, сейчас квадроп около тебя будет зажигалкой чиркать. Так, хорошо. Серебрец есть. Заряжатель энергичей будет. Во, наконец-то зарядил. 100%. Отлично. Аллилуйя. Что я хотел? Я хотел себе... Вообще, я хотел себе компьютерный чип, если уж на это пошло. Так, давайте сначала распределим по местам. Так, отёп, отёп, отёп. Так-с. Отёп. Отёп, отёп, отёп. Один. Два титана. Два титана мне как раз на крафт, по-моему, пригодятся. Да? Да, два титана, стекло, медная проволока, компьютерный чип. Это стекло, это компьютерный чип. Так, это на компьютерный чип. И это на компьютерный чип. И медная проволока. Найс. Так, мям. Медная проволока, я сказал. Компьютерный чип сверху. Извращенцы, честное слово. Что в чатике творится? Просто ужас. А, стекло, 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 стекло. Да, блин, я не то хотел. Стекло хотел. Вот, стекло. И, собственно, мы делаем заряжатель теперь для батареек. Я не понял, чем он строит и куда он строил, но это было забавно. Так, ну, собственно, вот и он. Так, заряжатель батарей. Ну, в принципе, можно выпихнуть батарею, например, отсюда, да? Вот, например... Ужасно слушается колесико мышки, короче, игра. Надо запоминать это дело. Так, выпихнули батарейки. 4. Обе батарейки у нас идут сюда. И вот, собственно, зарядка пошла. Теперь еще и батареи. А главное, показываются хорошо. Меня радует, как они показываются, именно то, что они заряжаются. Кстати, что странно, на Shift LKM я их забираю. Вроде как такого уже давным-давно не было. Так, нет, нет, вот ты. Угу, отлично. Да блин.
Вот. Надо нажать на Е один раз, и тогда, собственно, энергочеки поменяются. Так, и ЛКМ. Шикарно. Шикарно. А дальше. Мне надо свой алмазный клинок немного наточить. Натачивать я его буду алмазиком. Где мой алмазик? Вот мой алмазик. Так, клинок. Закаленный клинок. Шикарно. Вот дример, умнее всего, пожалуй, делаешь. Так, что там на мотылька надо? А, на мотылька сначала комнату надо и модификационную станцию. Для этого надо дохренолеон титана. И я так полагаю, что этот дохренолеон титана я буду, ну, добывать в следующий раз. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот, пока у меня хп еще будет восстанавливаться, пока у меня все полное. Энергии чайки у нас заряжаются, все весьма-весьма ок. Так, сохраняемся. И выходим.